Дамы и господа, первый поединок сегодняшнего вечера. Это хорошее укрепление нашего позиционирования, укрепление версии. Мы можем идти уже к подписанию договора с ними. На сопровождение карты единого ресурса для того, чтобы получить оттуда отдачу. Необходимо не только поддерживать орловский турнир благодаря росту тех спортсменов, которые есть. Это конкретный вопрос работы по спортсменам. Реально у нас есть возможность, и вот есть человек, который может это по большому счету осуществлять. У меня есть мой план. Я придумываю идею фильма, и вот мы ее с командой снимаем. Сам день. Бой, автопарк. Я думаю, что мало бы. Я тоже так думаю, но это уже вам надо обсудить. Чем работать дальше, чтобы включать сетку следующего года. Это 29-30 ноября. Это все, это уже утвержденные даты. Вот на данном этапе есть вопросы какие-то или нет? Есть. Да, есть. Давайте, вопросы. Поехали. Мы приглашаем не только бойцов туда, но мы приглашаем и зрителей. Хорошо. Сделаем советский спорт, прямую трансляцию с Братиславы. И все, кто не полетят в Братиславу, будут там.